Уважаемый исследователь, у вас есть отличная идея для исследования? Вы изучаете людей, их деятельность или предназначенные для них изделия или услуги? Иначе говоря, вы собираетесь провести опрос или исследование людей разных возрастов во имя науки. Замечательно, но перед тем, как начать, выясните, требуется ли вам этическая экспертиза. Если речь идет о медицинском исследовании, то оно будет регулироваться отдельным законодательством. В остальных же случаях воспользуйтесь инструкцией Финского комитета по этике исследований, касающейся этической экспертизы гуманитарных исследований. Инструкция поможет избежать ситуаций, при которых могут пострадать люди, участвующие в исследовании. Этическая экспертиза требуется не всегда. Однако, если, например, вы собираетесь предъявить к испытуемому необычно сильные раздражители или оказать на него физическое воздействие, подумайте, может ли это представлять для него опасность или психический вред. Будьте особенно осторожны, если собираетесь исследовать несовершеннолетних или задавать деликатные вопросы. Помните также, что работать с персональными данными нужно системно и ответственно. Исследуемый должен дать согласие на участие в исследовании. Однако, иногда научная работа требует, чтобы исследуемый не знал, что является объектом исследования. В этом случае предварительная этическая экспертиза является обязательной. То есть такая оценка должна быть проведена до начала исследования. Она служит для того, чтобы взвесить этические риски исследования. Экспертизу нельзя провести задним числом, поэтому важно сделать это своевременно, до начала сбора данных. Помните также, что ответственность за этичность исследования всегда лежит на самом исследователе. Часто также спонсоры и издатели исследований требуют заключения об этичности исследования. Где же в таком случае получить предварительную экспертизу? Исследователю нужно запросить ее в Комитете по этике гуманитарных исследований у себя в организации. Если вы не знаете, как с ними связаться, обратитесь к нам. У вас возникли вопросы? Ознакомьтесь с инструкцией Финского комитета по этике исследований ТЭНК, касающейся предварительной этической экспертизы гуманитарных исследований. И еще, позаботьтесь об этом заранее –